я и Гринпис, в борьбе мы родились за экологию, борись. Партнер рубрики «Мебельный салон Фаворит». Осенний ценопад. Спальни, комоды, детские компьютерные столы, мягкая мебель. Производство Киров, Владивосток, Находка, Уссурийск. Салон «Фаворит». Вся нужная вам мебель здесь. Привет всем, кому не безразлична чистота окружающей среды. Снова с вами «Экологический десант». В современном мире именно человек больше других животных загрязняет природу. Человек мусорил всегда. Даже в религии мусор оставил свой след. Например, участок земли под Иерусалимом, куда сбрасывали и где сжигали отходы, в Библии назван гиеной огненной. Загаживая улицы, мы становимся обитателями этой гиены. Но сегодня войско не Господа, а экологии отодвинет границы гиены, насколько это возможно. На борьбу с мусором на этот раз вышел коллектив театральной студии «Зеркало». Местность для десантирования – отрезок улицы Сибирцева между Калинина и Ленина. Участок работы обозначен, приступаем к уборке. Если честно, не мусорю, как бы до урны дойти способен, что советую всем, в принципе, сделать. Экологическая, да, атмосфера, конечно, это плохо. Идешь, когда вот это вот весь грязь, вот эти бутылки валяются под ногами. Несмотря на то, что на этой части улицы находится много частных жилых домов, никто здесь не убирается. Больше всего было окурков. Кстати, сигаретные окурки – самый распространенный мусор на планете. Ежегодно их выбрасывается около 4,5 миллиардов штук. А теперь внимание! К примеру, этот бычок будет лежать тут до полного разложения целых 5 лет. Среди мусорного хаоса, который мы обнаружили на вот этой улице, нашелся и домик с аккуратным фасадом и подстриженными кустиками. Хоть что-то радует. Пока мы убирали территорию, никто не соизволил помочь. И даже напротив, прохожие тут же бросали мусор. Ну вот смотри, мы здесь убираемся, они ходят мимо, видят прохожие. То, что... И сразу же тут же кидают мусоря. Никакой воспитанности. Результат. 6 мешков мусора с 500 квадратных метров улицы. Совсем не радует. Задумайтесь, ведь мы живем здесь. Оставляйте свои заявки и предложения по уборке по телефонам 33 72 74 и 33 72 76. Не оставайтесь равнодушными. Вступайте в ряды экологического десанта. Я и Гринпис, в борьбе мы родились за экологию, борись.